Здравствуйте, друзья! Буду зашивать забор профлистом. Взял профлист белого цвета, саморезы, цвет 9003. Волна, по-моему, 10 мм. Это стеновой профлист, то есть широкая волна и узкая подволна. Друзья, по поводу того, чем резать профлист. Вот я резал ножницами, и видно, как идет волной. И дальше отрезал болгаркой. Рез получается ровный. Режу тонким диском. Диск 1 мм. Вот. Краска не горит. Думаю, дальше буду резать только болгаркой. Вот, друзья, только что отрезал болгаркой. Видно, что краска целая. Главное, что взять тонкий диск. Один, может даже 0,8 мм. Чтобы ровно установить листы, сверху по столбам натягиваю нить, наклеиваю малярный скотч и отмечаю центр лаги. Сюда буду крепить саморезы. Сверху и снизу. С обеих сторон.
показываю результат, который у меня получился. Как по мне, забор выглядит шикарно. Между участками тоже сделал забор из профнастила. Здесь уже использовал профнастил серого цвета. На фасаде белый. Высота листа между участками 1,78 м. На фасаде 1,75 м. А на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео.